Эх, ребят, ну что, все, улетаем. Улетаем дома у Дедова. Вот тут на стройку на самом деле идем подрабатывать. Ща, Лёнь, приду, подожди, историю запишу, типа, на отдых. Ща, подожди. Ребят, я лечу на 7 дней, хотите показать, какой у меня багаж? Вот такой вот саквояжик, блядь, 100 килограмм, наверное, там. Хуй знает, еле везу, еле пержу, блядь. 7 дней. 100, блядь, килограммов. Ребят, посмотрите, какая нам девушка хорошая попалась. Такая интересная, такая милая. Я сразу говорю, посадите в окна, посадила. Самая лучшая. Господи, 23 февраля поздравляет. Счастье. Обожаю так снимать людей. Там говорят, куда, где это видео-то найти? Ну, конечно, на порносайтах. Куда это видео пойдет? На порносайты выложу, зарабатываю деньги. Ну, надо же как-то зарабатывать-то. Деньги-то зарабатывать-то как-то надо. Подожди, какой день? Здравствуйте, девушка, вы куда так быстро бежите? А я вот в Турцию. Да-да. Ой, спасибо. Отдыхать будем. Ой, блядь, я ж спалился, куда я еду. Ну, теперь вы знаете. В Пенсильтуки еду, в Туки-Туки. Ребят, мы выехали пораньше, думали, пока сообразим, подожрем, там, в мусорном ведре поедим. Ну, пока все эти штучки пройдем, дрючки-дрипки. Пройдет, типа, дохуя времени, у нас вылет в 5, и нам что еще делать 3 часа? Нихуя, что вот делать 3 часа? Смотрите, это самолет, а это я, а у меня усы, а под футболкой еще лежит. Ой, я такой доволен, сейчас сожру все, что можно. И вас тоже сожру. Вы типа уже бегите, а то жру. Ну все, ребята, начинается отдых. Вставай, бухло! Бухло, доставай! Быстрее! 15 секунд, не упоминаемся! Давай, быстрее! Ой, ну короче, типа бухло, да. Чтобы вы знали, я очень давно не пил. По историям судя, вы сможете отследить, когда я последний раз пил, когда нет. Я вот не помню, когда. Блять, Артём, ну ебать ты свинья, ёб твою мать! На зал пришел. Ребят, сегодня вы увидите меня нажратым. Вы никогда такого не видели. Но сегодня вы увидите меня нажратым. Мне можно, у меня отпуск. Отпуск. Знаете, обычное мое время, я сижу на правильном питании, мне как бы еду правильную вводят, и я вообще сладкое не ем, но тут все пошло по накатанной. Масленичная неделя, масленица, девушка блины лежит, я говорю, ой, масленица у вас сегодня, она говорит, да каждый день. Приятного аппетита. Ребят, я выпил 2 рюмки, мне убухало пиздец, у меня все трясется и пердит реально. Артем. О. Если вам нет 18, не смотрите мои истории. Так, ты не тише, не говори. Артём, понимаешь, у нас вылет через несколько часов. Ну, это пиздец. За 2 часа я тут убухаюсь в нюльку, блядь. Нюнь-мульку. Блететь быстрее, мне станет скучно, я разговаривать начну со всеми людьми, которые только сидят. Я купил, ребята, 2 духов. А знаете, почему я купил? Потому что я вообще в шоке с этих цен. Они здесь дешевле в 3 раза, чем у нас в магазинах. Нам спиндюривают каждый день эти дудки. Пиздец, только приди в Литуаль, они тебе ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А тут дешевле, реально, то есть реально, намного дешевле. Я просто в шоке, вообще просто в шоке. Теперь от меня не воняет такая, и ваньё. Теперь от меня воняет. Там форт. Артём, знаешь, мы в бизнес-зале, нам можно сегодня говорить. У нас отпуск. Отпуск. Я так долго этого ждал всю жизнь. Я за границу очень давно не летал. И что, я приеду, и там будет погода плюс 15 и длить дожди. А там дождь, а еще временами гром. И знаете, что там делают, ебутся. Ну, эти, блядь. Молнии шиндарахают. Меня как ёбнет, я становлюсь терсенсом. И тогда мы с вами поговорим. Не знаю, в каком мы говно сейчас находимся, но просто где-то вот находимся, знаете, где-то вот находимся. У меня уже настроение вот такое, знаете, молдаванка, в зубах застряла банка. Видите, щечки розовые, значит, в говнице. Ребята, такое говно! Смотрите, тут народа сколько набежало, пиздец. Ёбаный рот! А сейчас мы поедем в поезд, точнее самолет. Чух-чух-чух. Ты нормально вообще? Водопад сделал. Артём пролил, блядь, всю воду. Так ты не пил. Зачем я весь, блядь, теперь мокрый? Артём, зачем ты это делал? Держу. Что, ты держишь воду? Да. Нереально, чуть хэлл. Мы выпили уже с пугом. Артём, ты бы не мог за новой бутылкой сходить? Да мы нахуярились в говно. Мы не нахуярились в говно. Мать славяночка, сосиди.
ебаный рот, мы на такое говно. Реально. Пиздец, ебучий аэропорт. И нахуй мы столько выпили. Ебаный рот. Столько людей. Нам еще ниже. Пиздец. Все, ведем себя адекватно. По максимуму, да? Нас не ложи спалить. Тихо. Рот. Пиздец меня, пожалуйста. Смотрите, сколько нас идет в Турцию. Объявите историю, кайпанут, если мы сейчас разъебемся. Артем, ты долбоеб. Тихо молчи. Тетя Света. Мы едем отдыхать. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Что нам еще делать, если этот долбоеб за 3 часа нас привез в аэропорт? Ну, конечно, пить. Вот мы и пьем, люди добрые. Ну, реально, что еще делать, если за 3 часа Артем нас привел сюда? Нормально. Куда рот, наш самолет. Смотрите, какой интересный. Не вы, девочка. Вы нормальная. Нет, неадекватная. Реально. Ой, жопу снимаю чью-то. Простите, пожалуйста, за что я снимаю вашу жопу. Жесть. Сидим у окошка. Вот так вот. Тутти-фрутти настроение. А у вас какое настроение? У нас тутти-фрутти. Подружка. Пиздец, ребят, я проснулся, а я лечу, оказывается, я думал, взлетай только. Реально, я думал, только взлетаю. Ёб твою мать. Ладно, я минут пройти до Воронежа. Далее будет Ростов. Ой, Воронеж, Краснодар. А я в туалете. Я первый раз пьяный пролетаю на полетом. Вахуя, как бы полет. А воды-то нет. А воды-то где? А воды-то тут? Воды-то нет. Ебать, мы реально взлетели. Я думал, мы, короче, не взлетели. Мы давно уже взлетели вообще на 2-3. Я думал, рейс задержали, я в ахуе просто сижу сейчас. Хоть шугар, тут одни русские летят, типа, блядь, пиздец, я чувствую себя обделенно. Мы же летим, Илья. Ну, сейчас скажу. Слушай, мы минут 40 летим, я тебе скажу. Мы реально взлетели? Давно уже как бы. Ёбаный брод, ебать, я буду в следующий раз нажраться вообще в саку, чтобы не запоминать. Едем в паштет деликатесный. Ну, как бы, едем не в автобусе, едем не на поезде, ну, почти на самолете. Это что, паштет деликатесный? Да. Вот мой паштет деликатесный. Вот чем кормят на русских авиах. Паштет едение. Он упал. Он упал, но ничего. Правило 10 минут. Можешь поднять и сожрать все, что угодно. У меня правило часа и правило 10 дней. Все равно могу сожрать все, не испортится. Чем меня накормили сегодня в автобусе? Ой, блядь, мы же летим. Вот такой паштет. Деликатесный. И булочка. Вафля, которую я не ем. И все. Очень сижу, у меня сушняк, ебанешься. И подсаживается девочка. Что такое? Ты как нас узнала вообще? Ты как нас вычислила? Да я вообще такая расстроена. Не надо мне так будет. А почему ты расстроена, слушай? Я расстроена, у меня сушняк. Да, я было страшно. Тихо. Тебе страшно? Предлагали, такая будто, и все, и, блядь, в полете хорошо, отлично. Но лучше не надо, тебе нет 18, нет, и шейхи не пожмут, пятое место, пятую точку. Не надо, нельзя, тихо. А мне можно? Так ебанешься, реально, реально, сушняк ебанешься, не могу. Когда уже прилетим, сушняк, ебанешься. Ой, ебанат, у меня пробежка с утра по пляжу. Давно нажираемся, приехали. У меня по пляжу пробежка с утра, понимаешь? Я 3 часа летел, как будто сам порхал этими руками, я так устал, не понимаю. Люда, блядь, говорит по рации своей. Только как будто тележку везли. Это кошмар, это ужас. Она была Uber заказывать. Ужас. А, видите, говорит. Кошмар. Ребят, мы приземлились в аэропорт, как бы он вот такой вот. Ты что, тебе не нравится? Потому и не кусают. Ну, никого нету. Аэропорт такой скучный. Ну, вообще ничего нет. Ни вывесок, ни рекламы. Ничего тебе нет. Ребят, мы приехали в Турцию, но как бы я не выебывался и не говорил hello, hi, hi, hello. Всем похуй, все говорят на русском. Даже эти ребята, которые сидят на штампах, в паспорте делают, которые... Ну, это реально ненормально. Почему они по-русски говорят? Это полный кошмар на улице Вязов. Вы только посмотрите.
Ну, он реально не похож на кошмар на улице Вятки. По-моему, пахнет кошмаром. Лена ебучая прилетела в Турцию. Так, ревизия началась. Это что такое? Кошмар. Волосы-то сразу дымом. Смотрите, реально дымом стали. Сейчас, подождите. Реально дымом. Зато телефон домашний. Ой, надо кому сели, позвонили, взяли в трубочку. Алло? Да-да-да, мам. Все хорошо, отлично. Попозже перезвоню. Давай, пока. На связи. В туалет схожу. Вот так вот тут товарчики выглядят. В принципе, ничем не отличаются от России. Ну, как будто из России не уезжал. Вот такие вот чупа-чупсики. Thank you so much. Ничем не отличается от России. Столько же русских, больше, чем в России. Реально, мне кажется, в Турции больше русских, чем в России. Где вот реально. Ты? Реально, вы только посмотрите. Это все русские. То есть мне нужно говорить на каком? На китайском, чтобы меня не понимали. И чтобы я отдыхал душой и телом, как говорится. Нюхао. Ой, ребят, мы приехали уже, тут пиздец дождина. Я так соскучился по дождю, давно не было дождя. Вот, сейчас какими-то судьбами мы должны докатить вот эти чемоданы до отеля. Пиздец дождя. Ребят, вот мы и приехали. Ой, Риги, ее реально так зовут. Мы только приехали, тут ужасный дождина. Вот сейчас расселяемся, заполняем всякие карточки, идем в номер, и я вам его покажу, естественно. Ребята, ебанись умом, это наш номер. Моя большая кровать, по очереди будем меняться. Ёбаный рот, ёб твою мать. Артём, открывай балкон, ёбаный март. Забальзамировали. Охуеть, коровы ебутся, реально. Вы посмотрите, как красиво. К сожалению, тут нихуя не видно из-за света, но тут очень круто, ребят. Артём, энергию электрощиток включи. Смотрите, какая дрипкая штучка. Это горничная, что пришла. А это свет, подождите. Ой. Да, нам нравится такой вид из окна. Да. Классный. Вот такая вот ванна. Вот такая вот ванна. Это же круто, что тут даже есть зубные пасты всякие. Вот это вот нам очень пригодится, Артём. Пиздец, Артём. Это презерватив? Я не знаю, тут, блядь, куча всего. Паста! Ёб твою мать, покажи холодильник, ебать, туда же холодильник. Охуеть, и это все бесплатно? Да, это все. Ёбаный рот, соседи, Люба со второго этажа, готовься. Родила двух инопланетян, реально. Ну все, Артём, угадай, что я сейчас буду делать? Бухать. Нет, я в туалет, за мной не занимать. Все засру, я вас сру. Все, Артём, в очередь, пока. Пока! Где релиза новых Джорданов? Артём, мне не нравится, говно! Охуенный Джордан. Надо было перепродать и заработать на них денег, понимаешь? Похуй, я буду самым модным. День релиза, блядь. Алло! Ребят, приехали, уже кушаем. Артём, приятного что? Аппетита. Аперитива. Неверное осуждение. Вот. Так что всем приятного полдника ужина. Или что вы там, ну, кушаете. Приятного. Ребят, мы поели, пиздец, как устали, теперь будем спать, потому что пиздос. Очень вымотались, трахание полнейшее, да? Угу.